Всем привет, с вами Айри, и это 18 серия Контрола. В прошлой серии мы пришли в DLC, очень много читали всякого, и дошли до активных расследований. I don't feel right. Something in this darkness is draining me. Нам надо включить генератора. Мы сейчас сюда, по-моему, едем, правильно? А нет, в Макао едем. В общем, с этой ебакой нам и предстоит бороться с DLC, если вкратце. И в отличие от других вариантов, где тебя преследует какая-то дичь, это нормальный случай. Единственный пока из всех играх, которые я встречал. Докторе Хартмане. Дальний отчет о находках относительно доктор Эмиль Хартман. Доктор Эмиль Хартман – ученый-психотерапевт, который владел центром в штате Вашингтон и работал в нем. Центр занимается лечением творческих личностей, страдающих творческим кризисом и другими психическими нарушениями. Публичная деятельность лечебного центра доктора Хартмана по своим методам назначения была непримечательной. Однако в частном порядке доктор Хартман экспериментировал со своими пациентами, используя любые скрытые противоестественные способности, которыми они обладали, чтобы изменить реальность для собственной выгоды. За это последствия ему был присвоен статус парапреступника второго класса. Примечание: более подробная информация о связи между творческими личностями и их способностями к изменению реальности посредством творческих носителей доступно в файле таком-то. Расследование показало, что свою незаконную деятельность доктор Хартман осуществлял в одиночку. После контакта с бюро в ходе расследования он не проявил каких-либо угрызений совести или намерений прекратить свои действия. Доктор Хартман был взял под стражу, а через сколько-то месяцев был выпущен, поскольку исходившая от него угроза была оценена как незначительная. Его врачебная лицензия была навсегда аннулирована. Так. Да блин, нет! Нет, я хочу. Час. Так, темное место. Господи. А, рейнджеры Хисов. Этот подвид, зараженный Хисами рейнджеров, демонстрирует способность левитировать подобно возвышенным Хисами агентам.
Однако эти летающие рейнджеры не проявляют телекинетических способностей, по-прежнему используют стандартное оружие бюро. Эта эволюция очень похожа на возвышенных и, возможно, свидетельствует о способности хисов делиться пермутациями посредством своего рода сети или осмоса. С другой стороны, факт того, что такое развитие получили лишь рейнджеры в секторе расследований, может свидетельствовать о влиянии фактора окружающей среды. Возможно, это реакция на измененные предметы или другие процессные элементы, которые находятся только в этом секторе. Либо это естественная эволюция фенотипа рейнджера хисов, либо это естественная эволюция. Прошло недостаточно времени, чтобы однозначно определить траекторию развития каждого из воплощений хисов, если, конечно, считать, что такая траектория вообще существует. Отчет об осмотре гостиницы Ocean View. Подробности. Во время осмотра гостиницы казино Ocean View удалось обнаружить ранее незамеченную дверь в вестибюле. Эта дверь отмечена символом в форме спирали. Как и остальные двери, она заперта, ее невозможно открыть силой. Элис Уэйк, фигурантка дела об АМС в Брайт Фоллс, подробнее в АМС-35, и бывшая жена пропавшего без вести писателя Алана Уэйка, предположительно является параутилитом, и позвонила агенту Шаху и Демпси из сектора расследований по номеру, который дали в 2010 году в связи с протоколами работы с населением. Кстати, этого звонка 2017 года миссис Уэйк была приглашена в старейший дом для очной беседы. Смотри файл полной стенограммы. Приход в гостиницу Ocean View прошел чуть позже в тот же день. Выводы. Чрезвычайно важно определить, было ли это событие проявлением синхронности, вызвало ли его Элис Уэйк, и имеет ли сама дверь отношение к МС-35. Однако следует вернуть миссис Уэйк в старейший дом, возможно, даже провести ее саму в гостиницу, чтобы проверить взаимосвязь. Ха. Необычно. Brian Henneman, 21 years old, resident of Southern Texas. I'm sorry, ma'am, but I really don't understand why I'm here. You know what you did, Mr. Henneman. I do? Tell me about Delivery Disaster. The movie? It wasn't very good. That's not what your review said, but we'll come back to that. Tell me where you got the movie from. Movie night with a, you know, a K, not an N, not night, like nighttime, but... Who contacted you? Who told you to review that film? No one. I just did it because it looked obscure. I didn't even like the movie. I shouldn't have given such a high score, but reviewing obscure films makes you look smart. And I thought if I looked smart, I would get listeners. My podcast would take off and I could move out of my parents' basement and maybe even go to college and get a film degree like I've always wanted to. I swear. I swear, I swear, I swear. Okay, the kid doesn't know shit. I'm ending the session. Так, а здесь чего нет больше? Так, давайте еще документы. Вот, торговый автомат. Его, кстати, надо... Есть ачивка его найти, но там с ним очень много проблем. Предохранение неизвестно, проводятся проверки объекта в секторе расследований. Питание изменено 10. Торговый автомат с передней панелью под дерево. Оснащен монетоприемник и кнопками для выбора товаров питания. Объект создает и хранит в своих лотках различные съедобные и несъедобные материалы. Первоначальные тесты показали, что объект реагирует на мысли ближайшего к нему человека и создает то, чего этот человек подсознательно хочет. Попытки заставить объект создать... живое что-то там не увенчались успехом. Вводная информация. Объект был обнаружен в доме престарелых где-то там, в Альберте, после того, как один из постояльцев по имени Муриэль обратился в местный телеканал с рассказом о волшебном торговом автомате. В новостном сюжете говорится, что сотрудники дома престарелых намеренно ставят в автомат качественную еду и различные предметы, чтобы понять дух пожилых людей. Группа реагирования бюро поддержала эту историю во время конфискации объекта. В общем, надо его будет найти. Ну, в смысле, мы попытаемся это сделать, но это уже после прохождения DLC этого. Потом будет отдельная серия, где я буду всякие секреты там искать, там, короче. Давайте все зачекаем. Может, еще чтиво есть. Один фиг здесь все про чтиво. Сценарий Night Spring, страница 1. Примечание сценария было обнаружено после того, как... Бюро приобрело права на сериал Night Spring и сценарий всех предыдущих эпизодов. Похоже, Аланом Вейком написал.
Алан Вейк написал этот текст в качестве пробника, чтобы стать одним из сценаристов шоу. Чем пробный сценарий Night Springs, эпизод «За порогом темно», автор Алан Вейк. Ведущий голос за кадром. Человек устроен так, что стремится контролировать те силы, которые его окружают, и даже больше обладать ими. Но что если эти силы принадлежали не нам? Что если не принадлежат даже этому миру? Что если эти силы заключены в предметах, которые вы можете обнаружить в Night Springs? Место. Секретная лаборатория. Ночь. Мы находимся в секретной лаборатории. На большой вывеске на стене написано «Федеральное бюро Night Springs». Ученый. Директор. Я же сказал вам несколько раз, проект еще не готов. Директор. Проект будет готов, когда я скажу. Когда я так скажу, док. Ученый. Но существо по ту сторону портала, мы не можем его контролировать. Так, мы отсюда пришли, правильно? Или нет? Это неправильно. Нет, неправильно. Линия скорости метания, ну, спорная вещь. Тут, в принципе, спорные моды. Я не знаю, насколько они могут быть полезны. Arcade machines. Да. Whatever. Это, по сути, просто такие испытания. За определенное время что-то сделать. Я потом покажу. Там, по-моему, даже какие-то ачивки с ним связаны. Но прямо специально, намеренно я проходить его не буду. Это будет бесконечный квест. Я сам квест, может, и не бесконечный, но там... Ладно, в общем, мы будем с этого квеста потом. If you're talking right now, I can't hear you. It's a one-way system. Try to find an intercom. Langston, it's me, Jesse. I know. I can see you on the monitors. The cameras in there haven't worked since we sealed that sector off a couple years back. Let me guess. You sealed it because of the monster guy. Wait, did you see Dr. Hartman? Jesus, I really wish you hadn't opened that firebreak. Okay, listen, you need to find Hartman and kill him before he gets out into the Bureau. That thing is a person? He was a person. We brought him here to study after he was, altered in an AWE. I forget the medical word for what happened, but now light physically hurts him. Do you have a flashlight? No. A lantern? Headlamp? Oh yeah, flare gun. Oh, Christmas lights! You could wrap them around your... I don't have any of those, Langston. Shit. Okay, well, I'm sure you'll think of something. I'll keep an eye on you from the Panopticon. This is kind of exciting, right? Maybe from where you're standing. Right, okay. Well, break a leg. Oh, why did I say that? Okay, this Hartman thing can't have gotten very far. Let's go flush him out. Langston was right. This is kind of exciting. It's just nice to have someone to talk to, you know? Ever since I got put in charge of the Panopticon, people treat me different, like I'm crazy for wanting to work with altered items. People just don't understand the altered items like I do, you know? I don't want to brag, but it does take a very empathetic mind to connect with the items. Still, I don't know why people are making it so personal. Right. I mean, the teams in research handle paranatural materials every day, and no one thinks they're weird. Well, maybe that's not true. Darling is famous for being a bit out there, but when he's weird, it's charming. Altered items really aren't that frightening once you get to know them. If you figure out what they like or don't like, you know, what sets them off, then there's nothing to worry about. I guess at the end of the day, we're still just wild animals scared of our own shadows. We're supposed to be on the same team, but sometimes it feels like it's every department for themselves, like it's a race, and we're all trying to be number one. If it is a race, though, I'd say Darling is a mile ahead of everybody. He was trying to be Golden Boy for years, but that relationship has gotten pretty tense, or so I've heard through the grapevine. Not that I spread rumors, just, you know, people talk. Not me, though. I keep my nose to the grind.
Too much work to do to focus on those kinds of things. I need to stay focused so I can get my work done and get home to feed Alfred. He's of course, just gonna talk forever, I always make it home for mealtime, so I have my neighbor check in on Alfred at 7 o'clock if I'm not back yet. She's very nice. Her name is Maria. She's older. She came to New York in the 50s to attend school and has been here ever since. She has a couple of kids. I met them at Thanksgiving. Big family. Very nice people. Anyway, she has a key to my apartment, and she gives Alfred his dinner if I'm not home. I'm gonna have to buy her a nice fruit arrangement as a thank you after this. I'm missing a lot of Alfred's mealtimes. She's probably gonna have to go to the store for more wet food. I'll have to remember to pay her back. Hold on, let me make a note. Pay back Maria for Alfred's food. Okay. Oh, one more thing. And buy her a fruit arrangement. All right, done. Are you a cat person? I don't think I ever asked. You seem like one, though. You'd like Alfred. He's very proper. Really carries himself well, you know? I named him after my favorite poet. Felt like a good fit. I got Alfred just before Sylvia died when I was at the... You know, I don't really remember where I got Alfred from. But, boy, those two did not get along. No. Sylvia thought she owned the place. Didn't like me getting in her way. Scratched me more than once when I was just trying to move her food bowl. That cat was a real asshole. Wow. I'm realizing now that that language was not entirely professional. You see, Sylvia didn't tolerate most people, or animals, or anything. And that's what I meant when I said asshole. I would never use that word about a person. It was just, hey, there's a light flashing on the console here. I gotta, check this out. I'll get back to you later. Real smooth, Langston. Можно было отдельное видео записывать, на самом деле, наверное, по этому монологу. Ладно, пойдемте. Пройдем это дело. Есть еще зоны AMC. AMS. AMS. Или AWE. Ави. Так перевести с английского, то будет благоговение. Какие-то эти ящики. По дороге с лифта не сойдешь. Так, а тут спуска никакого нет, да? Ну-ка я хотел бы сейчас попробовать еще раз спуститься вниз. Я не могу тыкнуть кнопку и выбежать из лифта. Не могу же. Нет, не могу. Я даже прыгнуть не могу здесь. То есть, и там, кстати, решетка. Ха. Сейчас давайте еще осмотрим это дело. Нет, здесь никаких дыр нету, и там никаких дыр нету, правильно. Здесь даже никаких дыр. Угу. Ладно. Фиг с ним. Потом будем разбираться с секретами, сайд-квестами. Пока давайте чисто пройдем по сюжету. Там вот еще какой-то этаж был с лампочкой. Возможно, там же и был. Так, а что мы, кстати, по... Вот один не надо так. Все еще не хватает. Особенно игрался. Очень.
Поворотная платформа. Сука. Да, блин. Еще. Ну что ж, давайте посмотрим, что здесь есть, прежде чем идти дальше, правильно? Значит, наверняка что-то может быть. Может и ничего. Так. Ну ладно, что-то ничего здесь особо не вижу. Туда я пришел. Ладно, идем сюда. Не сюда идем, сюда идем. Можно посмотреть, что вообще происходит. Ой, кто это к нам? Так, ну тройки все равно тут нафиг. Вон туда разим. Вот это я вообще, я немножко в шоке со всего этого дерьма. Так, скорость перезарядки, энергия за попадание в голову. Вон при попадании в голову. Ну. А, может быть, кумулятив это имеет смысл поставить, хотя потом, не сейчас явно. Да я его в конце концов смогу улучшить. Сколько у меня там, кстати... О, почти, кстати, накопил там 35 тысяч. Смогу улучшить кумулятив. Да. Привет. Thank you.
можно разбесить рейнджера. This is Director Faden. Send a ranger to my position. It's an honor, Director. Это хрень. Ачивка на это дело. Он умер, что ли? Сука. Зря старался. А еще. Ну что, и уровни модов это максимальный. Так. Так, ну вроде бы все, да? Наверх. А. Иногда эти штуки полезны все-таки. Надо идти выше. Да. Так, утилити коридор.
отсутствие части мозга для болтусов из зоны досмотра. Я точно знаю, что вы забрали часть моего мозга, когда пропустили через тот якобы металлоискатель. Вы меня не проведете. Я-то знаю, что вы творите на самом деле. Чего я не знаю? Так приводит ли кража части моего мозга к утрате памяти или к бессоннице? Мне сказали, что если ты теряешь сон, то теряешь все остальное. Так вот, как вы обманываете простых людей вроде меня. Я не знаю, как это, я не могу вспомнить, что вы со мной сделали. Но мне от этого точно не смешно. Я хочу вернуть свою память, так что будьте уверены, в следующий раз, когда я буду в международном аэропорту Балтимор-Вашингтон имени Торгуда Маршалла, я вас разыщу и заставлю исправить то, что вы натворили. С уважением. Вы что, думаете, я тут напишу свое настоящее имя? Ага, сейчас. Я не тупой. Лучше не лезьте не в свое дело. Думаю, да. Alright, Ati. Was this what you had in mind? А. Ну, это случайно. Хорошо. Коль мы уж тут. Давайте сделаем. Мне это ничего не стоит. Просто мимо прохожу. Дефиг тут с фонариком проще ходить. Если не сделаю, значит не сделаю. Как-то мне немножко не по себе по темноте шарохаться. Это можно не шарохаться по темноте. Упси, ду-ду. Ну, опять же, это совершенно случайно. Там сейчас еще документ, я помню, да. Сейчас. Просто мимо крокодил. Так, вторая страница сценария Night Springs. Там что-то про портал было, да? Грубый директор отвлекает учетного. Ученого, имеющего вид типичного ботаника, в сторону направляет к панели управления порталом. Решительным движением лупит по кнопке «Включить». Директор. Больше никаких отговорок. Весь экран залит красным цветом, символизирующим опасность. Затем свет затухает, и мы видим двух мужчин в ином измерении. Вокруг, воздух вокруг них пульсирует, словно они находятся в Pontiac Firebird 83-го года выпуска под палящим солнцем Техаса после пятидневного путешествия. Место неизвестное измерение, ночь. Ученый. Что вы наделали? Теперь мы обречены. Директор, держи себя в руках, док. Но где твое страшное существо? Ученый, прямо перед вами, сэр. Горизонт заслоняет ужасная бесформенная сущность, дрейфующая в пространстве. Невозможно описать, насколько она ужасна, директор. Боже, ты открывал с меня, скрывал от меня эту прелесть? История. Так, все, да, здесь? Да. Так, сейчас минуточку, пожалуйста. Сори. Так.
Да, здесь головоломка. Нужно их правильно открыть в правильном порядке. Ну, не в правильном порядке, просто открыть. Так. Значит, смотрим. Синий провод. Синий провод и синий провод. Ну, у нас пока нету столько, да. Тут надо три. Тут, собственно, нужно один. Здесь нужно два. Давай, вот там кубик как раз. Смотрим. Провод идет. Блять, нет. Идет. Это вот так. Теперь вытыкаем вот это. И второй. Это вот это. Их три. Теперь там, где их три. Так, это не страшно. Так, три. Один это... Это вот этот. Так, второй поворачивает сюда, а третий... Тут четвертый кубик. И теперь синие провода. Так. Ну, четыре синих провода. Все просто. Потом еще желтые надо будет получать. Так. Это серый. Где синий? Вот синий. Желтая. Подожди, оранжевый куда идет? А, это оранжевые, не красные. Блин, я мог сразу по цветам смотреть. Ладно, я думал, почему что там красный, там красный. Ну, все. Так, оттуда я пришел. Reminder: the law of three also applies to all faucets within the oldest house. Be mindful and don't cause any aquatic misconduct. Thank you for your attention. Значит, не просто так. То есть какая-то причина. Наконец-то улучшить кумулятив. Да. Так, ну и теперь можно будет копить на выброс. Угу. Окей.
собственно, про вагон, помните, мы читали. Вот это оно. Lots of dark corners to hide in. Okay, let's get the lights on and clear him out. Эй, на-на-на-на! Интересно, поезд уже будет вдали? Бля! Давайте пойдем сейчас в этот квест. Только мы уже здесь. А, так. Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome aboard the Eagle Limited bound for Chicago. Please have your tickets ready and enjoy the ride. Good evening, all you fine-looking folks. Here's some smooth tunes to ease your minds and please your ears as we wait for that delicious dinner to roll right on in.
next stops, Alton, Carlinville, and Springfield. That's Alton, Carlinville, and Springfield. Tickets, please. Tickets. Нужен Well, that was chaotic. Felt like it was trying to tell me something. I wonder if I can make sense of it. Порядок нужно убрать, правильно. В общем, всяко сначала идет это вот самое последнее. Stops Alton, Carlinville, and Springfield. That's Alton, Carlinville, and Springfield. Tickets, please. Tickets. Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome aboard the Eagle Limited bound for Chicago. Please have your tickets ready and enjoy the ride. Теперь, наверное, вот это. Вот это. Good evening, all you fine-looking folks. Here's some smooth tunes to ease your minds and please your ears as we wait for that delicious dinner to roll right on in. А готовится, блин, неправильно. Чё, скрипка? Нет, очевидно нет. Ладно, давайте еще раз попробуем зайти. Так, еще разок. Сначала всяко вот это. Да нет. Давайте попробуем еще раз вот так. Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome aboard the Eagle Limited bound for Chicago. Please have your tickets ready and enjoy the ride. Наверное, сначала вот это, потом так, потом точно вот скрипка. Потом вот это, потом вот это, потом вот это. Нет. Нет. Давайте попробуем наоборот сделать. Сейчас произойдем. Я не уверен, как оно работает. Нигде. Давайте сначала вот это. Потом вот это. Потом вот это. Потом вот это. Это. И вот это. Нет? Стоп, они перестали быть доступны. Да, я угадал. Excuse me, ma'am. Do you have a ticket? You had a pretty dark ride, huh? But I hope you're done replaying it now. Так, что за мод? На что? На него. Рассеивание боеприпасов. Так, тогда это вместо вот этого. Хорошо. Так, учитывая, что я им сейчас начал пользоваться. Ну, вот, вот зачем вот это? Я не знаю. Это очень странно. Ладно, к четверке пооставляю еще. А я на кумулятив, кстати, поставил. Это было вообще не просто. Нет, не поставил. Так, урон при прицеливании, ну, он уже стоит. Масштабирование. Ну, скорость перезарядки это полезно, конечно. Урон при попадании в голову, энергия.
Стоимость боеприпасов. Ну, либо урон при попадании, либо скорость перезарядки. Да, скорость перезарядки, ну как-то выглядит более прикольно. Так. Это что? Скорость метания после убийства метания. Я не понимаю смысл вот этих вот. Ну ладно, вот это, пожалуй, нормально. То есть можно дашиться и собирать хп. Много. То есть, в принципе, вот это, возможно, я бы даже бы и поставил. Но не уверен. Что такое? Это есть. Это, опять же, опциональное. Ну, ладно. Да, на самом деле, никогда этим пользоваться не буду, скорее всего. Ну, вот это, опять же, билд на щит можно сделать, ага. Входящий урон после захвата врага. Ну, да, тут есть полезные вещи, безусловно. Но вот это... Я не знаю. Зачем? Так. Эффективность метания все равно полезнее. Может быть, я, кстати, даже еще и наоборот поставлю. Так. Давайте посмотрим, что здесь вообще есть еще. И, наверное, на этом закончим это видео. Так. Что в лаборатории? Так. Здесь что-нибудь есть? Я пока не вижу. Есть хп, кстати. Так, оттуда мы пришли. Куда он ушел, кстати, было посмотрим. Вроде тут, вроде бы тут все. Там, слушайте, там ведь хоть что-то есть. Ну-ка, его посмотрим. Зараза какая. Так, сейчас. Попробуем по-другому сделать. Там что-то есть. Туда как-то, наверное, можно попасть. Или там было уже? А, вот тут кубики всякие есть. Ага. Надо эту убрать. По квесту Ахти. Серьезно. Почему бегать нельзя, когда носишь что-то? Конечно, может быть. Почему-то мне кажется, что если что-то есть, то оно здесь. Еще один, да? Это я зря. Здесь.
Или третий, интересно. Я, честно говоря, что-то пока не очень... Может, оно внизу, кстати? Что, же правильно. Нет, здесь нету. Звуки тут странные просто. Вот оно, потому что. Так, давайте посмотрим, куда ведет эта тропа и закончим это. Вот это. Я сквозь нее прошел. Как? Ладно. Так. Поймана темная особь. Отчет о поимке сущности относительно темная особь. А-010 ранее известна как доктор Эмиль Хартман. Предупреждение с мониторинговой станции в штат Вашингтон указано значительную активность, имеющую место в наблюдаемой области. Для изучения ситуации на место было направлено агент СТС. Три домика на озере, в общем, видимо, там, не помню, Колдер, неважно. Обнаружил бывшего владельца доктора Эмиля Хартмана, он превратился в темную особь. В соответствии с определением файле таком-то и демонстрировал характерное агрессивное поведение. Агент СТВС предупредила исследовательскую команду на месте о присутствии особи, после чего с некоторыми сложностями удалось изолировать в камере из черного камня. Камера вместе с содержимым была успешно перевезена в бюро, где особь поступила на содержание в секторах расследования в рамках расследования АМС, ну, собственно, МС-35. А команды сектора исследований подали рапорт, точнее там Bright Falls, подали рапорт о перемещении данной особи в их сектор для изучения после того, как текущее расследование будет завершено. Так. А это... Кстати, да, вот некоторые активные перемещения сейчас, дома здесь происходят, конечно, я забыл совсем про это. Но это настолько минорно, что я бы... Вот зачем вот здесь вот это? Негде путаться. Вот здесь негде путаться. Блин, проход. Сейчас бы он, я его разбил. Привет, Стю, ты уже слышал о Фишере? У него возникли проблемы в гостинице. Как вообще, черт возьми, можно добровольно наблюдать за этим местом? Он меня пугает до чертиков. По крайней мере, он вернулся, если это можно так назвать. Я видел кое-какие кадры, которые они оттуда вытащили вместе с ним. Том, который занимается обработкой улик, показал мне сумасшествие какое-то. По времени Фишер направлял камеры на себя. Похоже, бедняга в первый раз сбрендил от страха. Но все-таки он кое-что заснял. Одна из оптоволоконных камер, просунутая под дверью комнаты, в которой он прятался, записала кое-что в зале. Не пойми, что тень какая-то, может, человек. Том пытался повысить качество, но изображение все равно чертовски расплывчатое. Эта история еще раз подтверждает мое мнение. Ни за что не сучьте в чертову гостиницу. Кстати, как насчет сыграть в Шум чуть позже. Лиза вчера справилась за 1:38. Новый рекорд. Ну, увидимся, Дэйв. Так. И точка контроля. Кстати. Что хочу сделать самому? Так. Нет, еще не хватает пока. А, ладно.
на этом я закончу это видео. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если оно вам понравилось. В следующем видео мы пойдем второе АМС проходить. Вот, в общем, всем пока.